Надеюсь. А самое интересное, ты уже месяц как отчислена. И правда? Если мальчики за мной бегают, значит, у нас сразу что-то было? А в институт я не ходила, потому что я на работу устроилась. Я тебе что, мало денег даю? Я-то вообще-то тебе учиться отправлял. Мы все же работаем. Если ты так жаждешь работать, то работай. Ты же взрослый уже. Меня уже уволили. Бред какой-то. Но ты же все время врешь. Знаешь, ты живи как хочешь. Только денег у меня больше не проси. Пап, прости меня. Надеюсь, когда Настя обо всем узнает, она тебя простит. Вот только я бы на ее месте этого не делал. Пап! Да, привет, дорогой. Слушай, хотела встретиться с тобой насчет Брухаля. А, ну, хорошо. Тогда давай после проб подъезжай ко мне в офис. Угу. Целую. Говорили с папой? Издеваешься? Ты зачем ему все рассказал? А что мне оставалось? Он видел меня с Никитой. Ты могла ему наврать? Хоть раз в жизни, а, Настя? Могла соврать? Сказать, что это ты в него влюблена? Сказать, что это ты на него вешалась? Понимаешь, что ты говоришь? Я понимаю, что из-за тебя я осталась без денег, а мне еще за квартиру платить. Так это я еще виновата. Да я и так согласилась участвовать в твоем дурацком спектакле. И думаю, что мне было приятно видеть, как ты обнимаешься с моим парнем. И неизвестно, что вы там делали в комнате. Ничего у нас не было! Это была игра! По-моему, ты заигралась. Зачем ты шел? Мне там надоело уже. Я не мог там находиться. Я сбежал, а папа не знает. Ты получила мой смс? Получила. Что думаешь? Ты предал меня. Я что я мог сделать? Что? Он оставил меня без бабла. Запер дома. Я реально волновался. Я тебе не верю. Хорошо, что мне нужно сделать, чтобы ты мне поверила. Ты урод, Петя! Не могли посадить! Я тебе не сдала.
Ты врешь. Все, ты всегда врешь. Приходишь только тогда, когда тебе надо. Я у него мешал здесь. Артем, познакомься. Это Петя. Эти ребята вообще нереально крутые. Если их зацепят мои треки, это будет очень круто. Слушай, ну я надеюсь, у тебя все получится. За успех? Спасибо. Это что? Это ключи от моей квартиры. Ну, зачем? Ну, не знаю, если будут какие проблемы или вообще что-нибудь, то всегда welcome. Я даже не знаю, что сказать. Да ладно, расслабься, ты чего? Эй! Ну чё, уехал твой папаша? Ага. А что, всё с губой? А ты догадайся. Ну что, совсем спятил? Подумал, что я тебе изменяю. Бред, да? Никит, слушай, у тебя точно нет денег? А то за квартиру платить надо. Ничего, не оставил? Смеешься? Я не знаю, можешь как-нибудь найти, можешь занять у кого, а? Я-то тут при чем? Ну, подожди, ты же вообще-то тут живешь? И вообще... Так, мам, ты что-то путаешь. Давай ты свои проблемы будешь решать сама. По-моему, уже не маленькая. Ты охренел? Совсем уже, да? Живет здесь, как у себя дома, трахается, жрет. Нормально, нет? Как жить так, все сюда валят, а как платить? Достали уже все. Давай, убирай. Убирай, убирай, давай. Сама уберешь. Быстро, я сказала. Да пошла ты. Проваливай из моего дома. Давай, давай, побыстрее, вали. Не понял. Это что за хер такой? Ты Артем. Помог мне тогда, когда ты меня предал. А, я понял. То есть, пока меня тут не было, ты себе папика нашла? Я думаю, стоит извиниться. Перед кем? Перед тобой? Перед Яной. Я не буду перед этой извиняться. Я могу повторить. Ты что, проблем давно не было, а? Перестань. Ну что, проблемы нужны, ты. Отпусти руку. Я думаю, стоит повторить. Отпусти. Извиняйся. Ай, урод. Все, сори, сори, сори. Да пошли вы. Ты все еще его любишь? Не знаю. Я пойду. Я отвезу тебя. Не надо. Настя, привет. Привет.
Слушай, я хочу сегодня в гостинице переночевать. Ну и? Пойдешь со мной? А почему в гостинице? Да я просто не могу находиться в одной квартире с этой дурой. Нет, я не поеду. Иди один. Настя, у меня денег нет. Ага, так ты для этого меня звал? Нет, Никит, я сегодня у Тины. Черт. О, я прошу прощения, но Ангелины Викторовны нет. А у вас на сколько назначена встреча? Да вот уже. А вы дождаться ее сможете? Ну да. Я могу вам предложить чаю? Боюсь, у вас такого нет. А какой вы предпочитаете? Зеленый. Земляника со сливками. Мой самый любимый. А, к сожалению, будет только черный. Пройдемте. Алло. Тамазик, милый, привет. Ты на меня злишься? Да нет, все нормально. Что? А сможем сегодня увидеться? У меня к тебе дело. Конечно. Без проблем. Приезжай в клуб. Отлично. Давай. Давай. Тогда встретимся там. Ну и куда пропала наша Гилечка? Что вы женщин не знаете? Скажите, Бебе, я могу вас так называть? Вам нравится ваша работа? Ти, ну не уезжай. Я ж не навсегда, я скоро вернусь. Ты не вернешься. Что за глупость? Ну, я умру и пропаду без тебя. Ну, почему нельзя ко всему относиться проще? Тоже мне конец света. Все, давай спать. Красавица, ну, присаживайся, раз пришла. Я думала, ты будешь один. А чё, мы тебе не нравимся? Отойдем? У меня друзей секретов нет. Ты что-то хочешь говорить здесь? Томас. Слушай. Ты можешь меня выручить, одолжи денег, я тебе все верну. Не, а что ты, Томас, да Томас? А мы что, тебе не можем помочь? Денег, говоришь? Хорошо. Я помогу тебе. Только давай-ка ты знаешь, как сделаем? Давай-ка ты для начала станцуешь нам голое на столе. Давай! Давай! Давай. Не умеешь танцевать, не дам денег. Давай. Да нет, мне нравится эта строчка, ее надо оставить. Да? Да. Очень круто. Тебе правда нравится? Очень.
Мы совершаем ошибку. Друзья, мы... занимаемся какими-то глупостями. Угу. Важно то, что ты при этом чувствуешь. Что я чувствую? Переспав с бывшим парнем моей лучшей подруги? Пусти меня! Отвали от меня! Отвали! Только ты от парня отвязалась. На радио треки его крутят. Не жалеешь, что расстались? Ну что, ну женитесь тогда. Я согласна. Если бы все было так просто. Может быть, ты у меня пока поживешь? Я как-нибудь сама. Не прогоняй меня. Пожалуйста.